В Тобольске завершился 14-й межрегиональный фестиваль православия и СМИ. В нем приняли участие представители более 50 сибирских телерадиокомпаний и печатных изданий. На суд жюри было представлено около 500 творческих работ, направленных на возрождение духовности и укрепление православной веры. Дипломантами конкурса стала и наша съемочная группа в составе Ирины Волокитиной и Эдуарда Захарова. Фестиваль проходил в течение 2 дней – 21 и 22 июня. Главной отличительной особенностью мероприятия стал приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополитов Российской епархии. Служив божественную литургию в Софийском соборе, старинном храме Тобольского Кремля, патриарх Кирилл вместе с журналистами отправился в святыню Тобольской земли – Абалакский монастырь, где обратился к представителям средств массовой информации с напутственным словом. Православие и СМИ – это очень важная тема. Сегодня мы живем, живя в информационном обществе, должны понимать, что нет событий, если в событии не участвуют средства массовой информации. Поэтому не должно быть никакого отторжения ни перед телевизионными камерами, ни перед журналистами. Очень важно насыщать информационное поле той положительной информацией о жизни церкви, о духовной жизни нашего народа, о мировоззренческих поисках нашей интеллигенции, которые сегодня не менее драматичны, чем это было в 19 или в начале 20 века. Наш народ идет к Богу, но идет очень непростым путем. И сегодня мы все являемся свидетелями особого этапа в жизни нашего народа, в жизни этого движения навстречу Богу. И дай Бог, чтобы наши современные СМИ, особенно имеющие отношение к православию, умели профессионально, умно, сердечно открывать людям то, что сегодня происходит в глубине духовной жизни нашего народа.